Привет, банда. По морю уже слышно, да? Что я прямо на берегу. Погода в Алушке отличная. Но разговор у нас пойдет не об этом. Разговор у нас пойдет о том, как улучшить продуктивность своих прогулок. Неважно, просто это прогулка в кардиоритме, то есть когда у вас пульс там, грубо говоря, двойная доза от вашего пульса в состоянии покоя. То есть у меня, допустим, это 58-63, то есть это, грубо говоря, что-то около 120-125 ударов в минуту. Вот, или вы просто гуляете и хотите повысить эффективность, то есть, грубо говоря, идти чуть медленнее, идти чуть меньше, идти не в горку, а по прямой, но и тренировать свои ножки в более усиленном ритме и сжигать больше калорий. Или, если вы хотите, просто больше, так сказать, ну, большую тренировку на выносливость. И тут, казалось бы, ну что, и при этом еще не нагружать суставы. То есть никакого лишнего веса в рюкзаке, никаких отягощающих жилетов, ничего в руках вы не несете. То есть уже заинтриговал, да? На самом деле интриги никакой здесь нет. Это простые отягощения на ножки. Вот такого плана. Оп, и все. Вот они имеют вот такой вид, то есть вот тут вот у меня 3 килограмма, здесь внутри мелкая дробь. Обычная, самая простая свинцовая дробь. Вот, как вы все увидели, купленное это в магазине Workout. Ссылочку я даже не знаю, я, наверное, так буду писать, просто вы там копипастите, не хочу я париться с этими ссылками. Значит, давайте теперь непосредственно по самим штучкам вот этим вот, по отягощениям. Значит, сделаны они очень качественно прошиты, все отлично вообще. Ну, я не буду делать такие обзоры, показывать там что, как, поскольку обзор, ну, я вам говорю, сделано очень качественно, хороший материал, нитка хорошая, строчка отличная, все сделано качественно, качественные липучки, ничего не отваливается, претензий у меня к ним никаких нету, единственное, что если их немножечко неправильно одеть, то есть нужно там дробь чуть-чуть пораспределять, ну чуть-чуть, чтобы оно по ножке село, и тогда вообще никаких вопросов, то есть они на ноге практически не ощущаются. Значит, из моих личных впечатлений. Значит, я их одел. Первый выход, это было как в кандалах. Но буквально там, то есть я прошелся, ну, мне понравилось. Второй, третий выход. И сейчас четвертый, пятый, вот, наверное, уже, сейчас я в них хожу, наверное, уже, наверное, выход десятый, может быть, пятнадцатый. Я особо статистику не веду. Вот. И в целом отлично, то есть мне нравится, это классно. Калории я сжигаю больше, ножки я тренирую, причем нога тренируется вся. Пресс тоже чуть-чуть, когда вы ножку поднимаете вверх, там по лесенке где-то, пресс чуть-чуть тоже дает о себе знать. Не так сильно, как, может быть, покажется, но в целом да. То есть для ходьбы, как бы для начала и для каких-то вот таких вот аэробных упражнений, для общего укрепления, я эту вещь рекомендую. Единственное, что ориентируйтесь по весу, то есть мужчины, скажем так, ну вот у меня вес 75, и я до этого ходил, просто ходил. То есть вы ориентируетесь на 3 кило. То есть для начала 3 кило, поверьте, отлично будет. Неважно, какой там у вас подготовка. Ну, плюс-минус, я говорю, вот так вот. То есть я в зале давал там одевать ребятам чуть-чуть покрупнее. Как бы прикольно и интересно.
А дамы, я думаю, ориентируйтесь на килограмм-полтора для начала. Вот, в принципе, где-то так, то есть у дам мы вес берем, допустим, 45-55, да, ну или, допустим, там 45-65, да. Ну, плюс-минус, там, если там ближе к 66, там, к 65, можно 2 кило. Если девочка худая, но худые они, как правило, и выносливые. То есть, смотрите, я рекомендую дамам начать с 1 кило, чтобы вы в нем могли гарантированно ходить. Чтобы он вас не отягощал, а давал вам приятную нагрузку. Ну и дальше уже повышать. То есть, допустим, в килограмме походили, чувствуете, ну все уже, ну куда, вот уже выходите, уже вообще классно. Можно взять полутора-двух килограммовые. Самое главное, не гонитесь за большим весом. Потому что если вы сразу купите большой вес, у вас будет сразу же дискомфорт, вам будет неудобно ходить, будет тяжело и будете, да, нафиг. То есть это должен быть тот вес, в котором вы можете ходить всю свою дневную норму. То есть я вот в этом весе, я спокойно прохожу вот 10, 12, 13, там, я думаю, вот сейчас вот, наверное, будет чуть-чуть теплее, я, наверное, попробую пройти за день дистанцию в полмарафона, то есть 22 там с чем-то километров, то есть вдоль берега просто так похожу. Ну и будут результаты, естественно, скажу, что, как, время, ощущения, причем именно вот в этих штучках, потому что в них я уже хожу, мне в них комфортно, я очень хорошо себя в них чувствую. Мне, скажем, эта нагрузка, она мне приятна, особенно если это на свежие ноги, то есть не после зала, когда вот я сейчас поделал ножки, то есть поприседал, потолкал платформу, поразгибал, не приседал, потому что не спинка отдыхает еще. То есть платформа поразгибал, посводил, ну, плотно, скажем так, с хорошими весами. Вот. То есть сейчас я в них иду медленно, потому что мне не нужно, скажем так, дополнительную нагрузку. Мне нужно просто кровь прогнать через мышцы. А когда на свежие ноги, то есть вообще это без вопросов, я иду в них, у меня скорость абсолютно та же самая. То есть как я иду, ни время у меня не страдает, ни скорость подъема наверх, ничего. Просто я чувствую, что мне, ну, мне приятна эта нагрузка. Вот так же и вам. То есть вам эта нагрузка, она должна быть в кайф. То есть мужики с трех, дамы с одного. Потому что девки могут, ой, мне там жмет еще что-то, с 1 килограмма, и ходите, 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 пока вы уже не почувствуете, блин, ну все, я в килограмме уже стопудово, можно дальше. Вот. В принципе, все, тема прикольная, тема рабочая. Тем, кто хочет похудеть, тем, кто хочет тренировать выносливость, сердце, отлично. То есть вы, грубо говоря, на том же самом отрезки пути за то же самое время вы сжигаете больше калорий, вы даете больше работы, ну, больше работы вы делаете, то есть вы переносите ногами больше вес, и соответственно вы развиваете большую мощность, поскольку вы за это же время переносите больше вес. То есть вообще отлично. Все, в принципе, вопросы, если какие-то будут, пишите. Я уже понял, что видео можно не затягивать, поэтому подписка, лайк, делитесь с тем, кому это интересно, обсуждайте. Я всегда открыт для комментариев, то есть можете мне задать любой вопрос. Если будет интересен именно обзор на эти штучки, ну, напишите, я сделаю, но в целом они сделаны качественно, у меня к ним претензий по качеству изготовления нету. То есть видно, что вещь сделана с умом и на жесткую длительную эксплуатацию. Все. Погодка в Алуште просто класс.